Девчонки, хочу вам кое в чем признаться. Больше всего мне льстят комментарии такого плана, как Photoshop или накладная жопа. Так-то. Учитывая, что качество моей спортивной одежды, вернее, не качество, а плотность, равна капроновым колготкам. Я понимаю. Подъехали эксперты, спрашивает тут, а почему я себя тогда всегда снимаю сбоку? А как мне вам показать жопу спереди? Нет, я, конечно, знаю некоторых блогеров, у которых есть она и спереди, и сзади. Но они весят за 100 килограмм. Ну, так да. А у меня она одна единственная, она находится сзади. Сзади я себя снимать не могу. Сбоку логично, что перед и бок и зад виден.